стала известна подробная программа празднования 9 мая в Самарской области. Об этом сообщает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Центральным событием станет военный парад. Начнется он на площади Куйбышева в Самаре в 10 утра. В параде Победы примут участие более 20 парадных расчетов и около 30 единиц военной техники. В целях безопасности салют и фейерверк 9 мая на набережной в Самаре устраивать не будут. Бессмертный полк «Умного города» пройдет на интернет-ресурсах проекта «В День Победы», сообщает телеграм-канал администрации «Вести с Дворянской». По соображениям безопасности, в этом году шествие бессмертного полка пройдет в заочном формате. И, конечно, «Умный город» не мог остаться в стороне. Шествие героев начнется во время Всероссийской минуты молчания в 17 часов по московскому времени и пройдет на страницах «Умного города» в сети интернет. Чтобы присоединиться к шествию, достаточно отправить фотографию, фамилию, имя и отчество вашего героя на почту, указанную на экране, с хэштегом «Бессмертный полк». Накануне Великого праздника глава района Данил Морозов совместно с депутатами Самарской губернской думы и депутатами промышленного района, представителями общественных организаций и жителями возложили цветы к памятнику, посвященному победе в Великой Отечественной войне в сквере Яблонька. Об этом сообщает телеграм-канал промышленного района. Минутой молчания почтили память погибших. Воспитанники детского сада номер 138 прочитали стихи.